кстати, вам забыла, не помню, рассказывала или не рассказывала. В общем, была ситуация, ехала на днях буквально за мелкой, а там дорогу просто расколошматила вот именно в деревне, там вот прямо на подъезде к детскому саду. И проехать можно либо на джипе, либо вот на высоком кроссовере. Застрял таксист. Что его туда попёрло, непонятно. Он пытался проехать мимо колеи, но его снесло, и он застрял. Он прям пузом сел. И передние колеса прокручиваются на льду. Передо мной стоит женщина, сзади меня стоят еще 3-4 машины, в них сидят мужчины. Никто из задних машин, никто из мужчин не вышел, чтобы помочь таксисту, чтобы вы понимали. И в итоге эта женщина села за руль этого такси, а я с таксистом толкала его тачку, чтобы его как-то вызволить оттуда. И когда я беременная была такая же ситуация. Мы с мамой толкали машину, я с пузом была.